Ну, важная победа была. Знаете, то, что такой тяжелый период. Сейчас у нас игры не так складываются, как хотим, но сегодня сыграли хорошо в обороне. Хотели отыграть хорошо в обороне, и это получилось. И второе главное, то, что забили голы. По-моему, каждое звено забило сегодня, и от этого надо отталкиваться. На вашем счету сегодня две результативные передачи. Находите взаимопонимание? Вот в каждом матче все лучше играете с Ткачевым, с Кругушевым? Ну, конечно. На больше игр играем вместе, от этого идет взаимопонимание. Начинаю лучше чувствовать своих партнеров. Так что, ну, наверное, от этого и все идет. Ну, понятно, что непростая ситуация была, но вот все-таки был ли какой-то особенный настрой? Все-таки заключительная игра домашняя в 2018 году. Знаете, на эти все домашние игры были запредельный настрой, просто где-то получалось, где-то не получалось. Поэтому то, что сегодня все так сложилось, хорошо все ребята отработали, меньшинство, большинство, то есть у нас состав хорошо играли. Надо отталкиваться от этого и идти в следующем году играть так же. Первый для вас мешкопад на Уфа-арене. Каково это? Понравилось? Вообще первый в моей жизни мешкопад. Да, конечно, понравилось. Все классно. Главное, чтобы это была польза детям, да, насколько я знаю. Так что это большая польза для детей. Я думаю, можешь, все довольны сделать? И здорово сплодился. Пожалуйста. Ну, в концовке столько драк. Да, три сегодня вообще по ходу матча случилось. Настолько эмоции переполняли обе команды? Ну, все хотели выиграть, и я считаю, то, что такие драки, что в первом периоде Макс подрался, это придало такой импульс команде, то, что все хотят выигрывать, и я думаю, показали болельщикам то, что мы не просто так выходим номер один.